дождливое серое утро не помешает человеку, идущему во времени. Здравствуйте. Не усидели мы дома. В принципе, это, в общем-то, и не удивительно. Такая красота за моей спиной колосится. Выезжали, был дождь. Но тучи развеиваются. И это очень хорошо. Очень много грибников сейчас на дорогах стоит. Говорят, грибы пошли. Посмотрим заодно. За моей спиной в этих деревьях овраг. Переходим через него, утыкаемся на дорогу, которая шла на постоялый двор. Ничего не понятно, будет ли что-то, не будет. Вообще ничего не понятно. Господи, что ж вы разлетались? Один за другим шуруют самолеты. Ничего не понятно, но походить хочется. Дорога, конечно, размочалила, но заехали нормально, в принципе. Особо нет. Все там машины бросают парники. Будем заходить в лес, там уже осмотримся. Раз, два, три. Короче, идем на дорогу, вот через еловые посадки, шли за монетами. Наткнулись на полянку с белыми грибами. Раз, два и три. Вот малипуськи торчат. А вот интересно, что там торчит? Подосиновый, что ли? Где? Ё-моё! Нет, это не подосиновый. А вон шляпка-то. А, вот еще один. Вот шляпка, вон шляпка, вон. Ну, это уже, это маховики. А вон кто? Где? А вот, впереди. Это тоже маховики. Можешь их собирать, а белые? Ну, естественно. Вот они сидят. Достаем пакет. А где он? Так, дошли до края, собственно, вот этой посадки, периодически собирая грибы. Вот здесь она где-то и шла, дорога. Вот от... Да уже пока, да. Оттуда и туда. Ну, сейчас вот туда пойдем, где-то 1,5 километра до той дороги, куда мы хотели. Там грибники какие-то орут. Ну, мы их видели, 4 человека шли, мы их обогнали на машине. Курить будем много комаров. Курить будем много комаров, да хера. Голодные паразиты. Ну, сейчас, конечно, очень комфортно, дождя нет. В елках вообще ходить обалденно, если там еще находки были. Вот. Ну, а почему бы и нет? Грибокоп. Так. Продолжаем идти собирать грибы. В конце покажу, конечно. Кончился ельник. Начинается как бурелом. Да, и дорога шла где-то тут. Ну, нам идти еще, на самом деле, далеко до цели, до места. Да. Дойдем ли? Не знаю. Ну, попробуем. Попробуем. Комарье одолевает, но погода разгулялась. Это уже хорошо. Фокус-то где у меня? О. Молодой клен. Итак, включение. Была фольга от пробки. Уткнулись в овраг. Овраг заросший, старый. Ну-ка полезла. Нам надо на ту сторону как-то попасть. Тот берег высокий. Этот пониже. Целей пока нет интересных. Пока нет. Но мы не сдаемся. Такая вот здесь интересная поляночка. Но ничего нет. Самолеты эти зателепали. Вот разлетались, говорю, самолеты. Большой я, наверное, брать не буду. Большой это какой? Шляпка. Да не, он червивый. А эти молоденькие, хорошенькие. Вот такой сегодня грибокоп. Грибалка. Грибалка, да. Ну ладно, хоть. Вот эти вот со смешариками там. Лось ходил с
каким-то аппаратом по типу металлоискателя. И что он там находил? Грибы он так собирал. С прибором? С прибором. Прикольно. Вот. Наткнулись на полянку. Лисички попадаются. Ну они здесь перелёстки. Ну да. Свинушки. Сыроежков много. Ну мы уж берем. Белые на супчик. Ага. Так, друзья, прошли мы километра полтора, наверное, так и получилось. Минули два врага, несколько пролесков, ельников всяких. Ну, короче, вот она, эта дорога, куда мы шли. Они до сих пор-то ездят, я так понимаю, изредка. А может быть, даже и не изредка. На Шуберте она крупная. Соединяла несколько деревень с церквями. Попробуем по ней пройти, может что-нибудь найдем, может и нет. Все будет видно дальше. Так, наконец-то нам сегодня дали первую монету, как бы она ни оказалась единственной. То грибов дали. Ой, с каким-то навозом воняет. 20 копеек в квадрате. 38. 38? Ну что теперь сделаешь? Куда без них, без комариков? Да ладно, по таким путешествиям всему рады. Зато в лесу, зато грибов дали. Ну да. Грибники вокруг такие ходят. Их слышно. Они нас тоже слышат. Но не видят. Но мы-то тише ходим, их много народа, они орут. Да, блин, сломался. Сломался? А мы ходим молча в основном. Я забыл положить. Но это уже другое. Ребят, первый раз в жизни я хожу за грибами с рюкзаком. С чем только не ходил. С корзинкой, с пакетиком, с бидончиком, я помню, ходил один раз в детстве. Но с рюкзаком как-то не доводилось. Как в Простоквашино. У меня папа за пятым с рюкзаком. С рюкзаком? Как в Простоквашино с этим. С сундуком, да. А мы за грибами ходили. Вот они. Ну, вообще, конечно, прекрасная здесь такая дорожка. Ну, чуть-чуть прошли. Гнутенькая двушечка у меня. 34-го года. И следующий сигнальчик. 33-й год. Дядька со щитом. Дядька со щитом. Устал валяться в земле, решил к нам зайти. О, телефон. Вот такой вот. Сейчас. Так. Идем, прозваниваем дорогу. Соответственно, все окрестности, все посадки вокруг дорог на предмет сральных кладов. Не к столу будет сказано. Любый сигнал. Сейчас подойдем, снимем. Копейки 54. Ходить очень комфортно. Не жарко. Такая писюлька. Ну, все, ну, по советам, в принципе, и были задумки. Ну, в общем-то, да, предполагалось. Империя здесь если есть, то здесь, скорее всего, глубоко, да, культурный слой. Потому что дорога-то старая, но... Она и в советское время использовалась. Да. Но шла она на постоялый двор. Сейчас придем на двор и постоим там. А там дачный участок. Постоим, я имею в виду, на постоялом дворе. Нет больше ничего. Зачастую смотреть всегда, вот это так совет, по советам, окраины посадок вот этих.
То есть в глубине находок меньше, чем по краям. Хрен его знает почему. Почему-то меньше. Так, а куда я дел прибор? Вон опять эти белые грибочки. Тьфай! Грибочки. Шампиньоны, говорят. Хотя хрен знает, может и поганки. Не знаю, я в грибах не разбираюсь. Нифига, где у меня фокус? Вот такие они. Скажите, что это за грибы? Что-то, по-моему, у меня камера начала погибать. Фокусироваться плохо стало вот в таком, в сумрачном, во всяком, в лесах, в темноте. Раньше лупил, дай боже. Если помните, кто давно на канале. Мне тоже уже лет 5, наверное, камере. Она... Не ожидал я, что она столько выдержит мучений. И падает, и мокрая, и что только с ней не происходит. Живучая зараза. Да и снимает, кстати, неплохо вроде. Вот не могу я пройти мимо, чтобы не засунуть туда жало. Что там интересно? Посмотрим. Паутина есть. Ничего я там не вижу. Может, как чья-то нора была. Чё там? А, там по навигатору сверяется. Как больше ничего нету. 10 рублей сейчас вон там была ходячка. На Эквинокс бьет 17, если кому надо. Ну это еще. А это у нас копеечка. 79-го года. О. 79-го года. Твоего. Такая. Ну, в принципе, мы сюда с советиком. А, ну я, по-моему, говорил уже. Господи, склеротиком стал, ё-моё. Не помню, что говорил, что не говорил. Ну, основной расчет, что здесь, конечно, будут советы. Да. Вряд ли мы. Хотя эти щитовички попадаются. Ну, они мог... тоже советские. Не, к тому, что там недалеко и до Николая. То есть, ну, как бы, по логике вещей. Но, что дадут, то дадут, господи. Ходим, радуемся. А? Надо слазить, да. Вон туда. Была копейка. Не, подождите, где-то тут была копейка. Вот там. У меня неведомый кружок. Вообще непонятно, что это такое было. А, судя по ободу, это ранний совет какой-то. Потом помоем. Ну да, скорее всего. Начали встречать грибников сейчас здесь на дороге. Дедушку встретили, 80 лет. С лисичками. И две группы. Ну все, в принципе, с грибами. Поздний совет, да? 45. А, квадрат? Квадрат. Ромка 45. Сохрат более-менее у них. Здесь. Есть глина. Пойдет. Два сигнальчика. У любой очередной рамочника. У меня вот какая-то такая жбонь неведомая. С-под дерева вон оттуда. С-под валящего. Дорога-то вот здесь раньше. Ну, наверное. Ну, ты еще один ельничек встречался. Вот она прям дорога идет. Там под деревом конинку сейчас достал под корнем прям рукой. Здесь очередной рамочник, лес рамочников. Он мыть его будет. Вода у Любки. Интересно, интересно. Разбросы-то раньше были не такие дорог. Ха-ха, метров 10, 15, 20. Как телега лужи объезжала, так и объезжала. Вот тебе и конина. Потом уже засаживали елками. Так, следующий совет. Что-то грибы кончились. Ну почему? Вон шампиньон. Ну, шампиньон-то да. 43-й год. 21-чик. Лес рамочников какой-то.
Прикольно. Все равно в кайф. Что в Подмосковье? Мы от дома ехали. Меньше часа. Там еще сейчас грибы собирали. Почему бы и нет? В принципе, балдежно. Время только 12. Мы же продолжаем ползать. Так, следующий сигнал. Опять десюнчик. Ну да. Я не вижу, какой огонь. Они некоторые в нормальном виде, некоторые ушоркали. 55-й, 56-й. Не видно. Я выковырила его. Сюда надо было с моей маленькой лопаткой. Кстати, она где моя маленькая? В гараже. И вот из этой, из ямки появляется, да я снимаю, копейка 35-го года. А дальше опять. Так, тетя Люб к нам идет, нам копейку нам несет. Копеечка. А копейка не простая, а копейка золотая. Золотая. Империя. Ой, золото партии. Советская империя. Советская империя. 51-й год. Здесь. Вот и идем, собираем советы. И грибы. Маслят очень много, да? Вот такие вот торчат. Все, подустали, решили двигать. К тачанке. К тачанке. Что-то вылетело. Что-то желтенькое. 53-й. Ну, совсем старенькая. О. А, и ты обо что? Не знаю. Для комара раздаю в руки. Не. О, где фокус? Вот фокус. Ладно, идем по дороге. Продолжаем собирать погодовку. Да. Вот, шлепаем по накоту. По накоту. По накату в сторону машины. Увидели малинник с малиной. А жрать ее сил нет. Да ладно. Жрать тебя ее сил нет. Ну да. Ладно, сейчас поклюем немножко, дальше пойдем. Доползли до машинки. Доползли до машинки. Да, что-то вроде немного прошли, а скакать по этим буреломам охренеть. Между ельниками решили перед тем, как выдвигаться домой, перекусить. Там на дороге. Дорожка подсохла. Теперь хорошо. Ну и отчет. Бах. Грибокоп. Брали только белые. Выложили только целые, поломанные в пакете. Потому что несли в рюкзаке. Ну, хрен знает. Килограмм, наверное, есть. Больше. Может, побольше. Ну и монет. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Ходячка. И все. Ну ладно. На этом откланиваемся. И всем пока.